Регион впервые примет участие во всероссийской акции «Генеральная уборка страны». Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня чистоты. К проекту подключились все 28 районов области. Организаторы рассчитывают, что участниками станет 5% населения страны, от молодых людей до пенсионеров. Артур Браже, известный в Курске эко-дизайнер. Для него мусор – материал полезный. Он из него шьет одежду. Надеется, что благодаря акции его дело не пострадает, а вот улицы станут чище. Это лично для себя пожелание, чтобы приносили линолеум, обрезки линолеума, пластиковые трубы, обрезки пластиковых труб, ящики мы принимаем пластиковые. То есть все можно приносить и, собственно говоря, на выходе через, может быть, месяц, да, вы увидите уже результат работы. Генеральная уборка в России впервые прошла в 2010 году. Теперь силы в борьбе с мусором смогут попробовать и куряне. Мы можем, конечно, проходить мимо этого мусора, делать вид, что не замечать, и жить своей маленькой жизнью, но зачем? Если это город, в котором ты родился, город, в котором ты живешь, ты должен помогать и участвовать в жизни этого города. Поэтому мы предлагаем населению принять участие, записывать ролики с тегами «Генеральная уборка страны», выкладывать в сети. Я уверена, что мероприятие пройдет на высшем уровне, и мы соберем больше 5% населения. Курянам предстоит много работы. По данным общественников, в регионе насчитывается не менее 180 незаконных свалок. За один день с таким объемом не справиться. А начать стоит, не откладывая в долгий ящик. В областном центре борцов за чистоту ждут 15 сентября. В 10 часов утра по адресу Орловская, 1А. Анастасия Бабир, Антон Латышев, телеканал 7.